Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем проходить игру Unkilled. Надеюсь, сегодня будет удачная у нас серия. Так, 10 очков исследования у нас здесь есть. А на втором зомби на бегуне, к сожалению, пока нет ничего, надо заказать. 1500. Да, я могу себе это позволить вполне. Так, деньги мы тратить не будем, голду. А вот здесь, пожалуй, мы изучим. Давайте, наверное, урон в рукопашку. Да, все, сольем сюда. И закажем, наверное, с вами еще очков. Сколько там нужно? 1000. Отлично. Вроде бы как и все. Здесь мы все дела свои сделали. Так, здесь у нас пока ничего нету новенького. Пройти 20 заданий за один день. Слишком долго и много. Ну, насчет играть 10 дней подряд, это самое то. Мы и так играем практически каждый день с вами. Так, ну что, давайте здесь. А, здесь пока еще ничего у нас нету. Не успели не захватить. Очиститель Нью-Йорка. Улучшите героя и откройте навык. Интересно, а как я это должен сделать? Переключиться. Оружие не взято. А стоит ли вообще сюда сейчас нам идти? Я думаю, что нет. У нас с вами сюжетка, ребят. И вот миссия такая. Блин, да что такое, низкая мощность. Причем в два раза. Ё-моё, сейчас будет, наверное, очень больно и жестко. Кстати, я ракеты-то взял? Я не посмотрел, ё-моё. Я собираюсь проделать путь наружу. Прикройте меня еще разок. Ага, две ракеты у нас есть, плюс адреналин. Ну, я думаю, что справимся уж как-нибудь. Правда, я их сейчас задолбаюсь здесь, если честно, колбасить. Вот так вот будем их сдерживать. Причем сопротивленец мне помогает, и это хорошо. Возможно, есть шанс у нас. На худой конец мне придется воспользоваться своими ракетами, если уж больно много их будет здесь. Тихо, 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 тихо. Ё-моё, наведение, не надо тупить. Тактический томагавки нам выпал чертеж. Так, идут, идут, ползут гады. Блин, что-то мы как-то с тобой медленно продвигаемся. Тебе не кажется так, браток, а? А мне вот так кажется. Нужно еще устроить 13 бойн. По-моему, этого нам не светит. И здоровье должно быть полным у сопротивленца. Вот насчет здоровья еще, может быть, как-нибудь сможем. А про бойни можно забыть. Ага. Идут. Слушай, а ты что там у меня не продвигаешься-то, эй? Идет потихоньку, как в штаны наложил. Ему нужно дойти до этой двери, я так понимаю, да? Ну? Ёлки-палки, еще 44 секунды, пока он их вскроет. А, он взрывчатку там закладывает. Ладно. Ё-парасете, вот это уже жарко становится. Смотрите, смотрите, их целая куча, ребят, просто-напросто. Ну, двойной урон, это у нас получается буквально... Да, мы повысили себе оружие в два раза, так что должны их тут расколбасить быстренько. Нифига не вышло, потому что адреналин слишком быстро у нас закончился. Ну, по крайней мере, большую часть зомбарей мы все-таки с вами замочили. Так, хотел еще, кстати, у вас спросить, пока у нас тут есть и времечко. Как насчет Dead Trigger-то, вторую часть? Продолжать ее проходить или забыть это дело? Так, 10 секунд, ребят, осталось... Пулеметный огонь свой не прекращаем ни на секунду. Все, ребят, поджимает время. И... да. Ну, здоровье у моего выжившего полностью целенькое. Так что две звезды нам обеспечено. Успех. Продолжаем с вами далее. Такой весь под адреналином охреневший. Ха, двойной урон. Так, давайте мне бабосики, пожалуйста, на базу. Замечательно. Так, продолжаем. И у нас с вами 116-я миссия сейчас будет. 30 голды нам подкидывают. Мало, конечно же. Так, здесь у нас, не знаю, видимо, простые обычные разборки будут. Драгунов. Ёлки-палки. Так, М16, но пока активно. Давайте, ребята, возьмем с вами адреналин. Он нам пригодится. Вы сами прекрасно видели, что эта штука неплохая. Денег у нас больше не осталось. Все, наверное. Хотя нет, ребят, подождите-ка секунду. Сколько стоит? О! Так, давайте-ка возьмем, наверное, за 5000.
целый боекомплект, 10 в арсенале, отлично. 5 штук я максимум с собой могу таскать. А это у нас все почему-то еще закрыто. До сих пор мины, гранаты. Жаль, конечно. Так, ну что у нас тут? Чтобы добраться до острова, нужна лодка. Отправляемся в гавань. Ё-моё, отправляемся в гавань. Мы только что с тобой на лодочке приплыли с Бруклина, и ты мне сейчас говоришь, что тебе опять нужна лодка. А ее здесь нет почему-то. Ха-ха. Да, отправились мы с вами в гавань, конечно, как же. Проклятие, лодки тут нет. Придется удерживать позиции, пока она не прибудет. Ясно. Минуту. Хорошо, попробуем. Хотя... Оу, босяра-босяра идет. Это кто у нас там? Нет, только не этот, блин. Так, ребята, придется, наверное, ракеты-то потратить маленько. Готов? Вау-вау, куда он там разбежался? Эй! Молодцы, ребята, мы его разобрали. Карточку миноносца у нас появилось 7 из 20. Маловато. Давай, жарабасы. Так, посмотри-ка, они со всех углов лезут. Это плохо. Надо быть начеку. Прицельный огонь, это, конечно, ребята, хорошо. Но, как я вам еще раз говорил, я не вижу, что происходит с боков. Так, вот-вот-вот-вот. Ползут хмыри, вижу. Блин, со всех дверей ломятся. Бочка. Ну, помогла. Даже очень хорошо. Так, сколько? 10 секунд осталось? Ну, в принципе, нормуль. Почему-то я 20 зомбарей так и не расстрелял. Странно, ну правильно, ребят, у меня винтовка такая хилая. Впечатляющая. Но главное, что миссию мы все-таки прошли. И мы с вами покидаем эту гавань на лодочке. И куда же мы, интересно, поплывем-то? Так и будем везде туда-сюда шнырять. Так, получаем одну звезду хиленькую. Получаем очень мало денег. Но, тем не менее, продолжаем играть. И не будем сдаваться. Во, вот это вот хорошая вещь, ребят. Двойной, второй шанс. Да, это если что, мы сможем воскреситься. Так, и здесь у нас миссия с ближним боем, да? Ну, вы понимаете, что заведомо она уже проиграна, потому что оружие у меня вообще слабое. И у меня, кстати, винтовка тоже слабая. Но все равно нам некуда деваться, ребят. Будем проходить. Можно, конечно, заканчивать на этом, но нет уж, тут осталось-то нам всего лишь полторы, как говорится, эпизода пройти. 4 канистры и лодки будут заправлены. Бензопроводы? Что это, 1976? Но, скорее всего, так оно и есть. Одна канистра, отлично. Так, еще нужно 3. Одну я вижу, даже 2. Так, нужно, ребята, их подобрать как можно быстрее, потому что я думаю, что зомби сейчас будут настигать нас все быстрее и больше. Босс, ё-моё, опять кто? Блин, только не мясник, только не мясник. У меня всего лишь одна ракета. Ё-моё, 2 адреналина. Так, нафиг, 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 сматываемся. Где ты? Так, нужно мне, чтобы он один был. Иначе ракеты полетят. Опа! Чёрт. Подбил? Нет, не подбил. А вот теперь подбил. Все, забираем здесь. Так, ДНК обязательно, футболиста. Канистра здесь у нас наверху. Сейчас мы ее подберем. Так, ну это будет у нас третья. А где четвертая, интересно, находится? Пока я здесь ее не вижу. Так, глядим. 27 метров до нее. Это получается где-то вот здесь, вот внизу, скорее всего. Так, взял, да, по-моему? Да, канистра взята. Все, подтащили ее на место. И поплывем мы опять на лодках, ё-моё. Не опять вообще-то, мы в тот раз с вами не уплыли. Она, главное, приплыла, но без горючки. Сейчас мы ее заправили. И, как говорится, в этот раз мы уже точно уплыли. Так, футболист безумная тварь. Лучше обхитрить его. Интересно, как? Ну, в принципе, можно обойти, он как... тупорылый зомбарь врежется, и можно его расстреливать. Так, продолжаем. 118-я миссия у нас сейчас будет. Карточка с золотом, как обычно, да? Ну да, 30 золотых. Спасибо вам за такую щедрость. И у нас следующая миссия. Ага. Так, укрепимся обязательно.
Давай потратим. Деньги у нас пока что есть. Так, давайте-ка мы, наверное, вот это с вами. Да, пускай они, как говорится, лечатся быстрее, да и мы тоже. Ого! 2030, а у меня 560. Нафиг надо, ребята. Я даже не знаю, одну хотя бы ракету еще докупить. Потому что я не знаю, что там у нас за миссия, кто будет. Ну что, погнали. Нечего, как говорится, сопли на кулак наматывать. Да понятно, что пуля пробивает зомбарей. Вау. Там маячок был. И мы с вами приплыли в новую какую-то гавань. Там броневик. Пора укрепить береговую линию. Прикрой меня, Рэй. Как скажешь. Я постараюсь. Обещать, конечно, не буду, но... Что-то должно из этого у нас получиться. Ё-моё, сколько же их там, а? Короче, у меня одна ракета. Есть один адреналин. Я не помню, он что, развернулся? Он сзади тоже, что ли, нападают? Вот это вот плохо. Ладно, я пока вот этих буду сдерживать. Там хоть один упал? Ага, один упал. Блин, а вот то, что у меня перезарядка, это плохо. Они будут постепенно, хотя ничего они уже не будут. Все, рассыпались. Так, бегут. Давай, парень, садись на броневик нафиг и отстреливайся там. Я больше уверен, что в нем должно быть оружие какое-нибудь хорошее. Босс, опять босс, кто это у нас? Блин, опять мясник, да что ж ты будешь делать? Хорошо, что я не потратил ракету свою последнюю. Ну-ка, ага. Подожди, а почему? А, нет, на него подействовал. Я уже думал, что ему пофиг. Да, ребята, это была у меня граната, которая тормозит. Так. Оу! Придется, ребята, понатужиться, чтобы его убить. Ё-моё. Так, не трогай. Ну, насчет здоровья быть полным ему уже не дано. Да ядрёно ты ваш, ну. Да какая, блин, загрузка еще. Слушайте, я надеюсь, что он успеет все-таки восстановить себе. Я хочу хотя бы получить 2 звезды. Ну, и? Где они? Ага, вот они, ползут. Опачки, плохо дело, ребят. Они и сверху, и снизу. Лучше бы они на меня нападали бы, да? Я бы их здесь бы просто отстреливал бы. Нет же, они идут на напарника на моего. Я надеюсь, что никто больше здесь не пойдет. Босс никакой. Потому что очень мало. Какое очень мало? У нас вообще уже ничего не осталось. Ни адреналина, ни ракет, ни гранат, в конце концов. Блин. И денег нету. Фу, повезло нам. Хорошо, что хоть 2 звезды дадут. Деньжат маленько с вами срубим. Так, и мне надо что-то покупать. Ё-моё, у меня голды нету. Придется, наверное, взять хотя бы гранаты шокирующие, которые в шок их вводят, и они стоят. 30 золотых. Ну вот, в принципе, на одну ракету мы насобирали. О, почитаем, конечно же. Беспокойный отпуск. Еще один день в раю, да? Как хорошо, что на диких животных этот вирус никак не распространяется. Последнее, что нам нужно, это мертвые комары да червяки. И награда 15 тысяч долларов. 15 тысяч долларов, представляете, награда, да? Вот бы в реале так. Переключиться. Да, не буду я, наверное, переключаться на этот пистолетик. О, 10 очков, давайте-ка, ребят, потратим. Пускай у нас будет супер рукопашка. Зомбарь-рукопашник. Так, очки. 10 очков обязательно. Так, а здесь? Нет, здесь еще нам нужно подождать, к сожалению. Здесь по-прежнему ничего у нас не появилось. Жаль. Так. Что же я хотел-то, а? Подожди. Так, давайте, ребята, с вами попробуем вот здесь. Мне нужно, я не знаю, сколько нужно, но попытаемся. Может быть, где-то золотишко подрубим и хоть как-то немножко сдвинемся с мертвой точки. Защитить свою позицию. Понял. 1,5 минуты, хорошо. Будем отстреливаться. Ребят, запомните, у меня нету ни ракет, ничего. Если... На меня попрет босяра. Я думаю, что мне не поздоровится.
сам не знаю, зачем сюда пошел, но хочу, чтобы из сундука мне что-нибудь хорошее выпало, если мы его вообще с вами заработаем. Так, отлично. 56 секунд. В принципе, о, вот они, гады. Они тут вообще везде. Я, короче, просто окружен. Ёкаламане. Зря я, наверное, затеял эту идею. Сейчас будет полный разбор полетов. Черт подери, вот и босс. Ребят, накаркал нафиг, кто там? Ну, клон, Родион, кто ты? Кто ты такой, а? Родион. Ладно, пускай он там. Хорошо, что он хоть медленный, блин. И разбирается довольно легко. Так что, да ё-моё, что с наведением опять-то, а? Жарит гад нас своей радиацией. Блин, да когда ж ты сдохнешь-то, а? Успокойся там. Все, пробили мы его. Это хорошо, что Родион был, а не мясник. Так бы легко я не отделался бы. Все, прошел, да? Впечатляюще. Ну, что вы мне за это все дадите? Я хочу достойную награду. Аптечка дает бессмертие и мгновенную регенерацию. Да это понятно все. Так, мы получаем с вами 2 звезды. Ну, это понятно, что баксы. Опыт. И... Так, 9 звезд нужно. Подожди, а где... А, вот, ё-моё, открыть сундук. Ну, что нам выпадет? Дай что-нибудь хорошее, пожалуйста. Блин, синие карточки. Набор оружия, ладно. Второй шанс, это хорошо. И миноносец. Ну, так себе. Второй шанс, вот это дело. Так, что у нас еще? Блин, может быть... Может быть, сыграть на несколько игроков, а, ребят? В ранг. Я, кстати, еще ни разу здесь не был. И хочу посмотреть, что это вообще здесь такое. Так, вот это мы, наверное, уберем. Возьмем с вами М16. Я думаю, что это будет лучше всего. Так, и драгунов. Да пускай остается, наверное. Так, возьмем, наверное, адреналин с вами. И приступим, как говорится. Тут еще надо, оказывается, время выжидать. Не все так просто. О, устанавливаем соединение. Видимо, уже кто-то нашелся. Да, все-таки пришлось немножко подождать времени. Так, новобранец Рейнджер США и новобранец Сэм. Сара против Рэя. Ну, давай посмотрим, как это все выглядит у нас. Смотрите-ка, она с УЗИ. А я, елки-палки, с винтовкой. Так, какие нафиг проблемы с соединением? Все должно быть тип-топ. Слушайте, я не знаю эту карту. Так, у нас здесь до 6 побед, значит, все будет дело идти. Тихо. Где? Я не вижу. Интересно, а если я буду подрывать баллоны, когда вражина, например, бежит, будет ли он от этого подрываться или нет? Я думаю, что будет. Так, ну где? Где ты, Сара? Покажись. Я не вижу ее. Что-то где-то гремит. Но вот что и где? Стоять вот здесь и поджидать? Так, у меня 2 шеи... Во! Ага. Фагли, вот именно что фагли. Ну, должны добить. Так, куда? Где? За машиной? Ага, вон она. Зачем 2-то сразу выпустил? Ну, есть. Отлично, ребята, 1-я победа за мной. Thanks. Действительно, спасибо. Так, мы потихоньку восстанавливаем себе здоровье. Блин, ну вот, конечно, зря я 2 гранаты шоковые выпустил. Тупанул. Ну, если честно, по-моему, они даже и не подействовали. Давайте, наверное, маленько постоим. Здоровье восполним себе. Если, конечно, эта Сара не появится здесь раньше. Слушайте, вроде бы карта-то такая малюсенькая. Где здесь можно зашкериться-то? Особо и негде. И причем здесь можно услышать врага по характерным шагам. Особенно, когда бежишь. Но пока тишина. Видимо, тоже где-то стоит, поджидает. Жалко, конечно, что здесь еще 1 на 1. Нет такой группировки, скажем так, 5 на 5 или 10 на 10. Это было бы, конечно... Во! Я заметил.
Сарочку-то? Так, надо... Интересно, она здесь или оттуда выбежит? Ха-ха, вон она. Так. Что-то тупит она маленько, конечно. Бинго. Вторая победа за мной. Забираем славу. Слава, как говорится, Сэму, рейнджеру США. Ё-моё, что там взрывается-то? Мне не нравится это дело. В принципе, местечко неплохое, да? Вот здесь вот стоит. Тихо, что там такое, блин? Что там взрывает? Бочки, что ли, наверное, а? Да, скорее всего. Тихо, тихо. Приветствую тебя. Она со снайперкой, что ли? Ну ты извини. Зачем же снайперку-то брать? Издалека, видимо, хотела меня подловить. Как бы не так. Погоди, погоди, где-то... Где-то шмаляет. Во! Привет. Что-то... Сара тупит, по-моему, маленько. Ух. Ну что, уже 4 победы у меня. Так, надо выследить и добить. Так, где? Вон! Даже не видит. Куда бежишь-то, эй? Охлобонка! На тебе в спину! То ли у нее лагает интернет, то ли она не понимает, как надо играть. Как-то не вяжется здесь у нас. История эта, ребят. Ну, сами подумайте, да? Я стреляю в спину, она не разворачивается, не убегает, а просто... Тупо стоит. Скорее всего, наверное, проблемы все-таки какие-то с интернетом у нее. Или у него. Так, давай, попробуем. Можно было бы, конечно, поддаться разочек. Но не хочу. Так, за коробки спряталась. Сейчас мы подловим. У меня, правда, здоровья очень мало. На, получи. Черт, опять убежала. Нет, действительно, здесь что-то не так было. Но в любом случае, победа за нами, синхронизация. И что же мне за это дадут? Да, наверное, ничего, мы же с вами на рейтинг шли. Я, наверное, просто немножечко приподнимусь. А, нет, смотрите, дают деньги, опыт. Что тут у нас? Ежедневный бонус. Слушайте, ну неплохо. 16200-то заработать. Давайте-ка ролик еще глянем, приумножим свои деньги. Во! Вот это я понимаю, ребята. 32400. Ух. Ё-моё, я еще и в ранге подрос. 25-й, 80 голды получил. Новый рекорд. Я в рейтинге, короче, на 19-тысячном месте, ё-моё. Вот так вот скажем. Так, тут у нас, смотрите-ка, 20 секунд осталось. А здесь, во, давайте-ка тратить. В рукопашку урон, естественно. Замечательно. Так, сколько? 1500, это для меня копейки. Ё-моё, ребят, у меня 116 тысяч. Я когда-то жаловался, что мне не хватает долларов. А теперь я жалуюсь, что мне не хватает золота. Парадокс. Так, заказываем. Ну и что же? Давайте-ка, наверное, с вами вернемся к нашим миссиям ежедневным. Дуэли, я так понимаю, это просто проверить себя. Ну, то есть побегать, посмотреть карту. В общем, никакого рейта там нету. Томпсон АК-47. Ё-моё, красота. Да, много еще нужно частей. Хм. Люгер, Сайга, ПП-2000. Так, ну, нету у меня, к сожалению, золота. Доставьте меня туда. 3 VIP-сундука. Это где? А, ну это как всегда донат. Ну, ребят, с донатом я не дружу, вы это прекрасно знаете, поэтому мы это дело обходим стороной. Ну что же, давайте тогда переходить с вами обратно на сюжетку. Хотя, подождите, ребята, у нас... А, спецзадание, давайте-ка глянем. Я же забрал сундук. Ах, тут все сбросилось, понятно. Нужно 11 собрать, потом 16 для ежедневного легендарного плюс VIP-сундук. Хорошо. Давайте в сюжетку. 119. Ох ты, нифига, ребята, дробовик. МК-47 Страйкер. 5000 мощей у каждого. Фу, да я сейчас любого порву.
Интересно, за что мне такая щедрость? Вот, надень это, там тонны токсинов. Искай упоминала о процедурах уничтожения? Яд и бомбы, супер! Вот почему нужна защитная маска. Пойдем. Ёлки-палки, защитная маска. Неужели мы куда-то в ядовитые здания с вами попадать будем? Мы должны найти вход. За мной. Эй, а почему у тебя нет маски? Олух, прикрыть друга, блин. Зомби идут. Убей их первым. Естественно. С этого дробовика... Так, это кто у нас тут? Ё-моё. Шериф или помощник, не имеет значения, надо колбасить. Так, мимо олух. Давайте-ка посмотрим, на что... Ох ты, способен дробовик с мощью в 5000. Просто порвал этого шерифа к ядрене феи. Конечно, перезарядка немножко долго идет, но зато вещь, конечно, вообще. Сюда идем! Давай, где ты там? Эй! Ага, вот ты где. Опять босс. Кто? Ага. Я нашел проход к лифту. Попробую открыть его. Так, ты открывай лифт, а я этого Родиона. Или это Нуклон у нас там? Нет, по-моему, Родион. Куда лезешь? А ну-ка, обратно. Так, давай. Вообще шикандос. Вот это я понимаю, вот эта пушка меня радует. Но я ума не приложу, как ее можно развить до 5000 мощей. Это, видимо, какие-то бонусные пушки. И они даются то ли за сундуки, то ли я фиг знает. В общем, на одну миссию мне дали, и это хорошо. Так, давайте-ка. Все, открылось? Открылось. Чхать я тут на всех хотел, буду кромсать их. Ага, карточка рукопашника. Ну, не карточка, а ДНК. Ну, какая разница, вы поняли. И все, что ли? Блин, я только раздухарился. Жаль. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорого. You should grow feathers and see this.